Ми вже з ранку з Олею почали говорити про новорічні свята, і от незабаром уже день Святого Миколая. Потрібно робити щось смачненьке, потрібно от балувати своїх дітей. А як це зробити, будемо дізнаватись з нашою гостею. Так, у нас вже в студії Леся Дем'яненко, кондитерка. Звісно, ці солодощі під подушку не покладеш, але на стіл можна. Доброго раночку вам. Можна і потрібно навіть, так? Так, звісно, обов'язково. Я думаю, що це буде такий индивидуальный подарок, немножко уже нестандартный, да, не отходим от конфет привычных с, скажем так, не очень полезными добавками, да, для детей. В чем плюс домашнего кондитерства, что здесь все натуральное, да, ты знаешь, и можно не бояться, туда, да, можно не бояться кормить этих деток этим. Этими сладостями, да, это и вкусно, и полезно. От скільки плюсів, то це ще й красиво, хочемо вам сказати. Скажіть, будь ласка, як давно ви вже займаєтеся цією справою, нелегкою, як на мене? Так, щоб радувати других людей, да, скажімо так, цими сладостями, то полгода. Півроку всього да, лише, да, але да, до цього ви якось розвивали свої навички? Завжди мені подобалось, да, випікати, печь. Ця тема була мені завжди цікава. Але так, щоб зайнятися, мені всі говорили, да, попробуй, там, Леся, давай ми у тебе закажемо. Я говорю, та ні, я тільки для своїх дітей. Потім, коли, скажімо так, почала поступати дуже багато пропозицій, просьб, я почала задумуватися, може бути, дійсно, почати піч на заказ, да? Угу. І, в общем-то, якщо так говорити і началось. Вже про ці тістечка, от ви нам принесли, розкажіть про них взагалі, от з чого вони, що це таке, чи дійшли одразу до такої форми, і чи це, ну, така стійка форма от саме цих тістечок, чи можна її якось змінювати? От, можливо, на замовлення. Можна, звісно, міняй, да, абсолютно різний вид може бути у цих десертів. А в данные десерты, которые я вам сегодня принесла для вас в студии, это ванильные капкейки с клубничным конфи внутри и сверху шапочка из сливочно-сырного крема. Спокойно, тримай себе в руках, я знаю, про что ты думаешь. Выбрала сегодня такую летнюю, весеннюю тематику, наверное, потому что сегодня такая погода, так, не очень солнечная, да, захотелось нести какую-то нотку солнца в сегодняшнее утро. И вам это точно удалось. Мы еще так одеглися в черном узоле. У нас є гості, які нас можуть так розбавляти яскравими барвами. Так? В цьому і задумка, так. От, скажіть, будь ласка, чи є якісь барвники, ну, натуральні, я так розумію, чи не натуральні, можливо, там з якихось інших компонентів без хімії, як ви вже сказали є, про це? Так, да, є. Конкретно в цьому десерті їх немає. Абсолютно. Тобто цей десерт абсолютно натуральний, без добавок. Я, якщо чесно, не сторонник. Но я знаю, что очень много клиентов, которым нравится, которые хотят сделать какой-то индивидуальный дизайн, да, с разноцветной для деток, различные цвета и пирожных, и тортов, и мужские торты сейчас очень популярны в черных то-то цвете, да. Поэтому сейчас это, в принципе, ну, очень так популярно, и его там нужно буквально минимум, поэтому... А чорний взагалі, чого, там, що там за барвник такий? Це ж спробуй зробити такий насичений колір. Да. Ну, напевно, вже продається. Ну, я думаю, що, в принципі, состав у всіх красителей одинаковий, да, які продаються іменно кондитерські. Є окремі красителі, які іменно зовсім на натуральній основі, але їх реже використовують, тому що вони не дають такий яркий цвіт, да, який потрібно добитися. Я зранку вже почав говорити про новорічні свята. Взагалі, якщо взяти новорічні свята, що зараз в тренді, що замовляють, взагалі, що популярно? Вот недавно у меня был торт «Красный бархат» с рождественским таким десертом. И, кстати, «Красный бархат» торт – это есть рождественский торт. Ух ты. То есть это рождественский такой десерт, да. Поэтому он очень гармонично смотрится на любом праздничном новогоднем, рождественском столе. Будет очень кстати. Также самое есть и капкейки, да, то есть мини-вариант этого торта. Также есть красный бархат, можно сделать в любом варианте. Класно, мы печиво пробовали красный бархат. Також дуже смачне. Мабуть, це те саме, тільки зменшена копія торту. Зокрема, декорації. Чи просять якісь фігурки?
таке вироблювати? Я не знаю, можливо, там з шоколаду чи ще щось. А, фігурки на даний момент я не делаю. Да, з шоколаду, да, возможно. З мастики нет. Единственное, такой сегмент, в который я работаю с мастикой, да, это надписи, когда меня просят, это тоже очень популярно, это индивидуально, это интересно, то есть ты можешь выбрать любые фразы, любые, скажем так, передать через подарок так, сладкий, да, любые послания, еще. Любые теплые слова, это на самом деле очень приятно быть такой феей, которая передает какие-то очень нежне чувство, емоції, да, так, да, емоції через такі подарки. І торти також різні. Перед цим був весільний, там біленький такий. Чи то мені так здається, що він от схожий. Ага. А, кстати, по поводу свадебного торта, мой первый торт на заказ, это как раз был свадебный торт. Весільний? Да, да, самый первый сразу. Комусь із близьких? Нет, это мой первый. Знайомих. Угу, да. Когда я только начала выставлять свою работу на продажу, у меня, наверное, раз пять разных людей, абсолютно мне незнакомых, позвонили именно с просьбой приготовить свадебный торт. Я отказываю, но я понимаю, что у меня еще недостаточно опыта, да, браться за такие серьезные заказы. Да, да. Поэтому я отказывала. Когда поступил шестой звонок уже с просьбой сделать свадебный торт, я думаю, ну, а люди же видят мои работы, значит, они доверяют мне. Думаю, почему не попробовать, да? Действительно, очень ответственно, но я оценила, да, свое могу, то, что хочет мой заказчик. Я поняла, что я, да, я могу это сделать. И вот когда я отдала свой первый свадебный торт, и я увидела абсолютный восторг у своих клиентов, это было невероятно просто приятно. Я поняла, что да, наверное, стоит этим заняться дальше. Класс. Скільки потрібно часу вам, щоб от виготовити, ну, хоча б один торт? От скільки на це виходить? 2-3 години? Дві-три години? Я не знаю, не потрібно нападати, я не знаю. Ні, торти в основному займають кілька днів. Тому що процеси поетапні. Це форма, напевно, так? Там спочатку випекти потрібно. Изначально, да, выпекаются бисквиты, которые должны настаиваться от 8 часов. Поэтому это насколько, не то, что ты там несколько дней стоишь, да, готовишь этот торт, насколько это действие требует времени, ну, настояться. Этапе, напомню, так, да, 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 да. В зависимости от крема. Ну, в основном, да, за 2-3 дня, если человек заказывает, это вполне реально сделать хороший торт, поэтому очень часто люди не понимают, когда они звонят, говорят, мне нужно срочно торт на завтра. Ну, как бы ты можешь приготовить, да, но ты понимаешь, что это будет неправильно по технологии, это уже будет совсем другой вкус, абсолютно будет все по-другому. А с приводу калорийности, колись взагалі от рахували, скільки от в ваших тістечках, або чи є от також таке питання потім, дієтичні якісь такі солодощі у вас? Диетические нет, пока не делаю. Пока только для формы, чтобы набрать. Но это очень интересно, это очень интересно тема. Но дело в том, что жизнь настолько коротка, что я думаю, что если себя баловать раз в неделю какими-то вкусными пирожными или кусочком тортика, абсолютно ничего не случится, ни с фигурой, главное знать меру. Ну так, я не потрібно відмовляти собі у радощах життя. Да, да. Щодо рецептури, ви з самого початку, я так думаю, що брали рецепти уже готові, зараз чи додаєте щось своє, щось авторське? Да, вы знаете, я перед тем, как начать вообще этим заниматься, я очень много рецептов, в принципе, перепробовала, и я скажу, что найти удачный рецепт – это не так уже и просто. И нужно знать не только даже, не настолько рецептуру, насколько технологию приготовления. И вот когда уже, да, начала пробовать разные десерты, начала компоновать что-то с одного десерта, с одного рецепта, что-то с другого рецепта. И да, да, получается так, что нашла какие-то свои. З приводу рецептів взагалі, от чи ділитесь ви рецептами, от, можливо, зі своїми підписниками, от з близькими, з родичами? Бо от часто приходять, ми вже з вами про це розмовляли, не хочуть казати, просто от скільки не запитуєш, ні, це секрет. Ви як до цього ставитесь? Я отношусь положительно, в принципі, я ділюсь рецептами, у мене, я почала вести свій блог в Інстаграмі, также касательно, да, кондитерства. И на данный момент начинаю также вводить публикации с рецептурами разных вкусных пирогов, то есть то, чего
уже опробовано, рецепты, которые проверены, да, и стопроцентный результат. Я в нем уверена, да, абсолютно делюсь. И причем я не только делюсь рецептом, да, какие продукты необходимы, я делюсь еще и технологией. Видео записываю, да, чи як? Расписываю. Ага. Расписываю пошагово действия, да, которые приведут к отличному результату в итоге. Класс. А чи не було, можливо, таких от фантазіях, скажімо так, щоб знімати такі короткі відео, от показувати, що за крок за кроком? Так, ну як зараз часто роблять. Так, є. Роботи вже тут, так? Да, но это касается больше не рецептур, а касается больше моїх робот. То есть я сейчас снимаю уже в своем блоге, есть у меня пошаговые, скажем так, этапы приготовления, вот даже сегодня, даже сейчас на моей странице в Instagram в сторис есть поэтапное видео о приготовлении этих капкейков. Ось так. Да, да. Можем поэтому... зайти и дізнатися. Да. Взагалі, чи є якісь, можливо, така ніша, яку ви ще не опанували, от саме, от, щоб приготувати? Можливо, щось не вдається, так? Конечно, есть. Все хочется. Это вот настолько вообще бездонная такая тема. Да, очень много различных десертов, которые очень хочется попробовать. Мне очень сейчас интересно поработать с муссовыми десертами. И очень хочется попробовать еще с макаронс поработать, потому что с ними еще да, не работала. Дуже важко з ними, кажуть, працювати. Да, 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 поэтому я никак не решалась, но вот я думаю, как раз самое время. Ассортимент матимете змогу розширити. Да, хочется, конечно. Вам хтось допомагав від самого початку, а можливо зараз? Хтось допомагає готувати? Чи все самостійно? Готувати – ні. Моральна підтримка – давай, давай. Тільки коштувати, напевно. Да, конечно, моральна поддержка самое главное, это мой маленький сыночек давал. Моральная поддержка, або дегустатор, я так нет, думаю. Дегустатор то еще рано очень. Почекаем. Моральная поддержка, да, да, да. Почекаем. Ну, конечно, муж, мама очень помогают, да, морально и в отношении ребенка, да, чтобы отвлечь его, пока мне нужно приготовить, сделать заказ, да, поэтому без них никак. Кажуть, що от вокальні дані, наприклад, вони передаються з покоління в покоління на генетичному рівні. Кулінарія від когось передалася чи ні? Мама говорит, что нет. Никто. Ты у нас одна такая. Нет, готовят у нас все вкусно. Ну, угу. Именно к выпечке, чтобы душа у кого-то лежала, то вроде бы как нет. Чтобы сделать больше, чем захоплением, уже таки на серьезный уровень вывести. Одного профессионала выстачить вот сам однієї справи. Ну, правильно, слухайте. Ну, можливо, уже по-дальшому, от, можливо, у вас буде започаткування цього гена кондитера талановитого. А, чи є у вас план, можливо, десь за кордоном продавати свої витвори. Або вже замовляють. За кордоном. Так. Ми знаємо, до нас приходила гостя, вона говорила, вона була дуже здивована, коли вже почали там вони по Україні розходитися і далі, і далі, і далі. Чи у вас є це в планах? Ну, це ж смотря, які десерти. Тобто, які десерти можна транспортувати. Да? Це макаронс можна транспортувати, це можна транспортувати пряники, це може бути ПП-конфети, да, які... у меня немножко иной ассортимент. Але поки що, це поки що, так, я так розумію. Але далі вже плани є в майбутньому. Тому переходьте на сторіночку в Instagram, знаходьте Лесю Дем'яненко і насолоджуйтеся, тому що вас навіть, я не знаю, зовні можна вже надихнути, вже... Не дивись туди. Що ти починаєш? Дякуємо за те, що ви нас завітали. Вам спасибо за прекрасне утро. Да, розвитку вам. Ну, нехай все-таки про ваші солодощі дізнається весь світ.